Итак, ребят, с того момента, как мы приняли решение замутить проект «Печалька», прошло 2 дня. Эти 2 дня я днями и ночами провел на Авито. Я обзванивал людей, как бы искал тачки, пытался найти человека, который готов поменять свои «Жигули» на iPhone. Вот. Авито оказалось в этом плане абсолютно бесполезным, но, слава богу, короче, ВКонтакте есть группа «Боевая классика». Мне стоило там кинуть объяву, что я поменяю iPhone 4S 16 гигабайт на корч «Жигули». Мне посыпалось огромное количество объявлений с предложениями поменять тачку на iPhone. И вот сейчас, как бы, лучшее объявление, которое мы нашли, мы сейчас едем эту тачку смотреть. И, возможно, как бы мы ее, собственно говоря, поменяем на iPhone. Я распечатал договор купли-продажи, все взял с собой. Уникальная история. Человек, к которому мы едем менять тачку на iPhone, он едет к нам из Кингисеппа за 120 километров. Человек откликнулся на объявление и едет, короче, за iPhone. Очень нужен iPhone. Очень-очень нужен iPhone, да, чуваку. Едет к нам из Кингисеппа. Вот. С нами, естественно, Тони, наш очаровательный, как бы, мой братиш, талантливый кузовщик, который собрал Боню. И скоро у нас, я чувствую, появится еще один проект, это Гелендваген, но об этом чуть позже. Да. Сзади с нами едет, сейчас не видно, на 39-м кузове наш диагност. Диагност из 90-х. Мы с ним подружились, да. Во время съемок «Телки против тачек». Вот. Так что, я думаю, сейчас будет безумно интересно. Едем смотреть, какую тачку все-таки привезет человек. Его зовут Макс. Будем менять ее на iPhone. Огонь. Че? Спасибо, братан! Уважаю чуваков на X5. Короче, походу, вот они. О, да, тачка стоит. Пацаны, а вы из Кингисеппа тачку на iPhone меняете? Да. Доехали? Нормально, доехали. Огонь. Здорово, чуваки. Здорово. Слушайте, расскажите вообще, что сподвигло поменять тачку на iPhone? Расскажите мне, пожалуйста. Да, Жигули, они есть Жигули. Телефон-то больше хочется, чем такую машину иметь. Жигу меняем на 4-й iPhone, блядь. Хоть что-то американское. Расскажите вообще, на что я попаду, когда у вас ее поменяют? Как минимум на замену тормозных дисков и все. Больше в ней ничего нет такого. Ну а там, подожди, там всякие, не знаю, что с мотором, там масло не жрет, нет? Там... Нет. Не, нормально все? Да. То есть как бы там генератор, там зарядка. Да, все хорошо. Все хорошо. Вместо днища фанерка не лежит, нет? Нет, нормально все? Нормально, да. Нифига. Нормальная тема. Ходите, проверьте. Ну то есть вообще никаких проблем с тачкой нет? Вообще нет никаких. Вообще, огонь. Давай посмотрим. Подожди. Я не могу. А это что такое? Дверь отваливается. Стеклоподъемник. Не, дверь. Какой стеклоподъемник? Она уже давно так. Да, она не битая, нет? Нет, не битая. Двери минины. Видишь, они изнутри синие. Офигеть. А это что такое? Это отбиваться. Какой это? Это аргумент, блядь. Я вижу, да. Аргумент такая модная. Слушайте, а как вы вообще? Вы что, бухали по дороге? Ну да, блядь. Хули делать-то? О, подожди, а вот это что? Арка какая-то. Слушайте, а можно багажник открыть? Да, можно. Что, давай. А это что? Это что, подсветка багажника, да, такая? Подожди, посмотрим. О! Да ладно! Слышь, у него днище, короче. Это что за заморочь-то? У него днище, короче. А зачем дырку трубить в багажнике? Это глушитель спортивный, он туда не подходил, пришлось вырезать. Капец. Так, а здесь что? А там где-нибудь порога вывести глушитель, нет? Ладно, бог с ним. О, Тони, я нашел трамблер, смотрите. Огонь. Вообще, грудяк. Подожди, там тоже коврик огонь. А, ёп. Я не взял третьего айфона, как вы еще? Что вы такое говорите? Вообще беда. Да. А, блин, вообще, смотри, Тони, смотри, какая залипуха. А, жесть вообще. Там вообще просто мыши. Охренеть. Подожди, тут надо было Дэнди приставку брать, короче, на нее менять. Короче, беда, ладно. Я даже, что там? Что-нибудь? Пойдем на мотор, что ли, посмотрим. Да.
Капец. Блин, смотри, как на копейке че. Подожди, слышь, а где ВИН номер? Так, а в документах написано, что он отсутствует. Да нормально, ладно. Нормально, пацаны, нормально. Ты гонишь? Серьезно. Золотая копейка, что ли? Почти, оранжевая. У меня нет номера, блядь. Слушай, а двигатель тоже отсутствует? Нет, двигатель на месте. Смотри, смотри. Нет, в смысле номер. Номер двигателя. Не смотрели. Смотри, какая тема нормальная. Выключатель масс вообще, как на всех спортивных автомобилях. Смотри, Чпонь. Запорожцев. Запорожцев, да? Да. Так, что, масло-то есть в моторе? Есть. Есть, огонь. Все есть. Сейчас. Огонь. О, смотри, что нормально все. Да. Че, ну ты че, подожди, надо антифриз проверить. Меня в детстве учили антифриз проверять. Смотри, он даже есть. Синенький. Огонь. Тоже огонь. Спортивный. Подожди. А что? Тормозуха есть? Тормозуху проверь обязательно. Да. О, смотри, что-то пыптик этот самый валяется. Ну вот этот, короче, видишь, провалился. Че? Есть. Как сцепление? Сейчас посмотрим. Есть. Парни, а чего вы не поставили нормальное бесконтактное зажигание? Что это за шляпа вообще? Денег нету. А на айфон, блядь, хочется. Жигули есть, на айфон поменять можно. А мывайка не работает. А мывайка, да? Не работает, да? Да. Блин, ну это беда, конечно. А как вы мываете? Снегом. Пойдем эргономику салона посмотрим. Мне интересно, как здесь все работает. Так. О, нифига, сидухи от семерки. Огонь. Вообще круто. А вот это что? О, смотри, какой девайс. Какой? О, да ладно. Вот сюда вот с ним. Вот это что такое вообще? Это чтоб музыка играла, чтобы не скучно ездить. Реально, вот это музяка такая? Пищалки, да. У вас реально в Кингисеппе парни такие замыслящие, короче. Слушай, а вот здесь что было? Аварийка. Слушай, стеклоподъемник не работает. Да. Беда. Да. Смотри, просто. Так, вообще. О. Слушай, а это тоже приклеено, что ли? Слушай, не, подожди. Тони. Что-то какие-то легкие рулевые люфты. Вы не замечаете? Нет, вообще что-то. Стучится. Ну нормально. Да. Нормально. Стой, а че музыку-то вытащили вообще? Печу. Не хотят отвечать. Не хотят, да? Печка. Да. Слушай, а открой тут дверь, я там. Давай. Слушай, а бардачок ты где? Для облегчения убрали. Пипец, вообще, вы даете. О, что? А вот это, кстати, да, что это такое? Семерочный датчик температуры. Датчик температуры чего, семерки? Короче, если тебе просто жарко, ты, короче, берешь так стрелочку, загибаешь. Да, нанотехнологии, смотри как. А, я понял, это такая выбаста жиговская, смотри. Ну ладно, хорошо. Чем вот это все? Вот это что за шляпа вообще? Кнопочки, советские времена. Это что такое? О, это фары включаются. А что? Блин, здесь такая же беда. Здесь там. Парни, ну это вообще уже некрасиво, блядь. Ладно. А это что? О. Оно сломалось. Капец вообще. Ну это вообще я не знаю, что такое. Ну что, нормально. Ну что, Тони? Тебе нравится? Нет. Мне тоже. Да, нормально. А разве семерочные сиденья так делают? Я не знаю, но это шабаш. Это шабаш машина, походу. Здесь даже, смотри, линолеум есть. Да. Короче, на самом деле, в принципе, как бы мы по большому счету согласны, но надо все-таки, парни, сделать диагностику автомобиля. Согласен. За машину не стыдно, любого диагноста позовите. Сейчас диагноз. Подожди, что с педалью? Ну нету у этой кнопки вообще. Пошли за диагностом. Мама. Че, парк, чья тачка? Моя. Ты хозяин.
что там происходит? По-моему, он это... Прям диагностика происходит, да, вообще. Не, на самом деле, Андрюха, диагност из 90-х, тогда компьютерной диагностики еще не было. Я думаю, что мы через 5 минут об этой тачке будем знать больше, чем вообще, чем сама эта тачка. Почему на самом деле у меня нет ВИН-номера? Я думаю, сейчас Андрюха найдет то, чего и не было вообще. Да, да. Все-таки приятно, когда есть друзья-бандиты, понимаешь? Ну что? Значит, братан, смотрите, короче, ВИН-номер перебит. Вот, значит, походу доки левые. Так. Вот, потом погнута тяга панара, я так понимаю. Чуть-чуть провернула вкладыши. И еще самое главное, что я хочу сказать. Под ковриком сдохла мышь. Каким? Что, реально, что ли? Отвечаю, вот под правым, посмотри. Базарю, что ты вообще? Да ладно, конечно. Ну-ка. Вонять будет вообще, блядь. Надо Котофеева взять. Здесь химчистка вообще полная, блядь. Вообще, вот они, четкие диагносты. Давай опять, братуха, вообще. Вот они, наши люди. Ну что, Макс, проверяй фон. Наконец-то. Мы меняем тачку на iPhone. Мечта вообще. Я в 90-х об этом даже и мечтать не мог. Ну что, нормально вроде работает. Что, работает, да? Устраивает? Да. Я думаю, да, устраивает, все нормально. Вот все, да? Пиши. Выполняй. Он, походу, не знает, что он залоченный. Здесь пишешь. Много информации не надо. Так, чисто. Только паспортные данные нормальные напиши, а не как документы в тачке. Иначе на утиль пойдет не только iPhone. Да нет, пацаны, ну, все нормально. Ну огонь. Меняли жигу на iPhone, вообще отлично. Все, поехали. Братиша, это моя тачка. Че? Ну пассажирская, садись, ты че? Вообще. Так. Ну че, поехали? Валим. Это что? Подожди, все нормально, сейчас, давай еще. Где наш диагноз? Блин! Ты думаешь, это поможет? Этим заводить печаль. А далеко еще? Не знаю. Ну ладно.